Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это игра «Головоломка» и «Пазлы», и все что угодно под названием «Leaves Return». Возвращение листьев или листья номер два. В прошлой серии долго-долго мы тут с вами калькулировали и считали, и решали кроссворд, состоящий из чисел. Это на самом деле несложно, но это очень и очень муторно. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что нам тут открылось. В прошлой серии я уже слышала, что где-то тут что-то капает у нас. И, скорее всего, это те самые капельки, которые нам надо собирать. Но здесь я ничего не вижу. Давайте посмотрим дальше. Ага, вот что у нас изменилось. У нас появилась тут картинка какая-то. Кнопочку мы здесь уже не нажмем. Интересно, что бы это ни значило. Окей. Тут какая-то нора, дыра. И, в принципе, все, на этом все останавливается. Я так думаю, что пора нам заняться, наверное, этими проводами. Провода нужно решать, потому что они оборваны. Они вот ведут оттуда, здесь вот так вот. Вот они, кстати, все вот эти вот ниши, в которые мы с вами заглядываем. Вот начинаем отсюда. Потом проходим вот в эту нишу. Листочек. Увидела, увидела листочек. Да-да-да. Потом мы заглядываем с вами вот сюда, потом сюда, сюда и сюда. Надо подсоединить этот провод, я так думаю. То есть надо как-то его протащить. Каким образом это сделать, пока что не ясно. Давайте пока мы здесь толчемся, потому что, в принципе, по большому счету у нас больше никаких локаций не осталось. Мы... У нас нету никаких подсобных средств. Нам нужна еще одна капелька, чтобы разгадать основной ребус. И у нас есть только 4 листика. Что мы можем здесь сделать? Тоже пока что ничего не можем. Хорошо, будем ходить, будем искать, нажимать все кнопочки подряд и думать, что с этим совсем сделать. Здесь... Где же тут капает? Наверняка эту стену как-то можно отодвинуть. Как, пока непонятно. Возможно, нужно действительно подключить какое-то электричество. Что у нас тут? Тут у нас нет никаких тоже подсказок. Тут, правда, какие-то нарисованы у нас иероглифы, чтобы они не значили. Но они тоже пока что ничего не дают, и это не активируется. Даже не знаю, давайте выйдем. Ух, да, картинка, дернуть больше ничего не получается, ручки опустить тоже нет. Здесь у нас все сложено, здесь уже ничего не активно. А, кстати, можно посмотреть, где у нас еще листья. Листья у нас остались вот здесь. То есть вся вот эта вот площадка, ага, и какой-то лист у нас остался здесь. Что это у нас было? А, лица. Подсказки с лицами мы пока что не имеем никакой. Понятия не имею, что тут делать. Как с этими лицами быть. Я так надеялась, что здесь где-то мы найдем. Поэтому делать нам нечего. Нам приходится все равно топтаться в этой локации. Кстати, я не смотрела, по-моему, живет тут кто или нет. Да и в этих вот всех локациях я, засчитавшись, тоже не смотрела, кто тут у нас живет. А ведь у нас жителей довольно много еще осталось. Давайте посмотрим. Итак, это первая локация. Есть ли у нас тут кто? Пока что никого. Вот тут, возможно, кто-то есть, но, может быть, этот кто-то за стенкой. Нет. Но эта стена явно поднимается. Надо только понять, как. Здесь все кнопочки мы уже нажимали. Маленький, зелененький, зелененький, синенький. Инопланетянин тут бегает. Чудик маленький. Окей, ладно. Хорошо. А что у нас тут? Кто у нас тут? Мне кажется, что вряд ли кто-то тут живет. Сейчас мы с вами, знаете, что сделаем? Мы посмотрим
тоже пока никак не активируется. Мы посмотрим, сколько мы всего нашли этих чудиков. Может быть, что-то здесь можно сделать. А, вот ты где. Вижу тебя. Я знаю, ты все время прячешься. Опа. Спрятался, понятно. Туда никак. Так вот. Escape. Обитатели. Давайте посмотрим, кого мы еще не нашли. Мы не нашли глаз. Волосатый глаз. Помню, был такой. Кто-то еще. Уже не припомню я, кто из обитателей. Такой колоритный. Но вот глаз я теперь запомнила. В общем, двоих мы еще не нашли. Ладно, будем искать. Не знаю, вообще, по идее, вот эта вот запутанность в проводах, наверное, она должна какой-то смысл иметь. Мне так кажется. Ну вот здесь есть эти цвета, но цветов-то у нас нигде нету. Что у нас тут? У нас какие-то полоски. А, подожди, секунду. Так, цвета-то... Окей, цвета. Ага. Первая точка. Ну-ка. Первый. Так, первый. Вот он идет. Приходит сюда. Это значит четвертый. Точка. Так. Ну-ка, давай попробуем. Хотя мне смущает, что тут цвета. Второй. Это перечеркнутый. Третья полосочка. А тут такие полосочки. Так, второй перечеркнутый. Это вот этот. А, третий. Полосочка. Такая полосочка. Нет, вот такая полосочка. А четвертый вот такая полосочка. Так. Сейчас мы проверим. Ну, как бы да. Только подожди, это вот первый, да? Это первый. Это второй. Это третий. А это четвертый. Так, и что, здесь тоже должно совпадать, наверное, типа того, да? Ну. А это надо с той стороны, очевидно, смотреть. А ну-ка. Только теперь нам надо... О, как далеко идти-то. Прослеживать. Так, вот этот первый, который точка, он идет. Здесь он уже становится вторым. Даже третьим. Он становится третьим. Тут он опять уходит. И здесь он уходит третий. Здесь он идет третий. Господи, а здесь он переходит в первый, если я правильно понимаю, да? Первый. И здесь он опять уходит третьим. Здесь он третьим идет. Третьим остается. Здесь он уходит на самый низ. Снизу переходит на вторую позицию. Переходит на третью позицию. Где эта штука-то? Так, на третью позицию он переходит, да? То есть вот это вот у нас точка. Предположим. Однако. Хорошо. Так, второй. О, смотри, у нас тут уже что-то появилось. А, синий мы подключили. Вот, все правильно мы делаем. Желтый, давайте прослеживать. Желтый идет сюда вторым. Выходит на первый. Первым остается. Так. Первый выходит сюда на третий сверху. Здесь он идет
последним. Последним выходит на первый. Первый сюда уходит на второй. Второй уходит на третий. Третий уходит на последний. Итак, желтый у нас значит последний. Желтый последний и желтый. Я уже забыла, какой это был у нас. А, вот этот вот. Угу. Давай подберем. Да. Ну, понятно, что как бы два мы нашли, а остальное дело, дело вкуса. Так, что у нас тут при этом получилось? Какие пазлики. А эти пазлики нам уже о чем говорят? У нас тут где-то были эти пазлики. Были они у нас... Ах, елки с палками. Ну вот. Ой, нет, подожди. Нет, стой. Розовый это синий, оранжевый это розовый, голубой или синий это желтый, желтый это красный. Что-то где-то надо выставить. Кстати, эти пазлы я не могу выставить. Ну, на самом деле, это издевательство. Вот так вот туда бегать, бегать. А, нет, да, могу. Но я могу их двигать. Окей. Ну, собственно говоря, здесь я сейчас не могу открыть ничего, пройти там куда-нибудь, нет? Нет, дверь закрыта. Все-таки она, хоть электричество мы на нее дали, но дверь закрыта. Ай, так, надо запомнить, какие там были пазлы. Вероятно, тут что-то нужно собрать. Какую-то картину. Да еще и по цветам ее разложить. Кстати, если мы поменяем что-нибудь здесь, ну, предположим, мы поменяем розовый на голубой, здесь у нас что-нибудь изменится? Вот чисто просто по цветам. К чему все это ведет? Я вот что хочу. Так, блин, как же надоело-то вас листать. Нет, тут ничего не изменилось. Наверное, удобнее через низ ходить, да? Только вот я не помню, где они. Вот здесь, да? Угу. Итак, посмотрим. Оленьи рог, дельфин, дельфин с тупым носом и крокозябра. Оленьи рог, дельфин, мумитроль и собачка. Попробуем запомнить, какие нам нужны пазлы. Было здесь. Так, оленьий рог. Вот он. Дельфин. Дельфин с тупым носом. И собачка. Вот оленьий рог. А, он не двигается. Это двигается. А, первые у нас не двигаются. Хорошо. Вот эти вот нам нужны пазлы. Вот этот, который, в принципе, синий, у нас должен стать желтым. Так. Брали мы его из синего. Ой, нет, нет, нет. Брали мы его из синего, так? И он у нас должен стать желтым. То есть мы его передвинули сюда, поставили сюда. Он, в принципе, синий. Но должен стать желтым. Но тогда желтый включай. Я вот этого не понимаю. Так, красный.
мы его сюда переставили. А здесь сейчас стоит желтый. Чтобы желтый стал синим, нету такой раскладки. Можем красный включить. И, насколько я понимаю, это тоже как-то вот не влияет, не переносится сюда этот цвет. Абсолютно. То есть здесь почему-то нет у нас перекидки. Так, ладно, что, будем экспериментировать дальше. То есть что-то я упускаю. Что-то в этом... А, слушай, подожди-ка, а ну-ка, дай-ка я посмотрю на рисунок, на эти пазлы. Смотри, что, очевидно, это должна быть вот как одна линия, я так понимаю, да? Хорошо, этот мы составили, да? О, значит, у нас не будет... И это у нас, значит, пойдет сюда. Так, это у нас... А, вы только так двигаетесь. Ясно. Это пойдет, очевидно. Нет, не сюда. Сюда. Так. Вот, теперь все. Теперь у нас и здесь линия правильная. Если это то, что они имеют в виду. Ну, иначе смысл-то какой? Так, а теперь нам надо, чтобы первая строка была голубенькая, вторая строка была желтенькая, третья розовенькая и четвертая красненькая. Итак, в первой строке у нас розовый. Его надо перекрасить с голубой. Так, чтобы розовый прикрасить в голубой, надо, чтобы он был розовый. Так, что ли? Ну, дай посмотрим. Нифига. Как же это работает-то? Они вообще не меняются? Или надо все выставить, и тогда оно поменяется? Хорошо. Предположим. То есть розовый – это у нас голубой. Так, смотрим другие. У меня уже голова начинает болеть. Итак, здесь должно быть все желтое. Здесь у нас два красный, голубой, красный. А должны быть желтые. Так ведь? Так. Красный, голубой, красный. Так, красный, чтобы был желтый. А, я откуда знаю, здесь не нарисовано. Красный. Здесь нету такого, чтобы красный в желтый превратить. Ладно, оставим пока этот желтый, потому что он какой-то тут убогий. Убогая подсказка. А вот следующее. Розовенький у нас должно быть. Желтый в розовенький. Две промежуточных желтых должны стать розовыми. Так. Красный это розовый. А значит, красный мы его должны включить, так? Так вообще все не так. Смотри. Получается, что не только эти клетки, мы вообще все должны переключить. То есть здесь у нас все должно быть типа розовым, что ли? Так, чтобы оно было голубым. Следующее, чтобы было желтым, надо все переключить на синий. Так. Это, чтобы было розовым. Надо все переключить на красный. Ну, не может быть так тупо, честно говоря. А здесь, чтобы было... какой там у нас последний цвет? Это был красный. Надо переключить на желтый. Так, что ли? Нет? Нет? Хорошо, это мы выставили общее. Теперь вернемся к нашим баранам. Это у нас розовый. Он должен быть голубым. Розовый.
желтыми. Желтый у нас красный. Получается так. У меня мозг плавится. Хорошо, здесь другой должен быть желтым. Другой должен быть желтым. То есть, по сути дела, он желтый, но на самом деле это так и есть. Почему тогда первый у нас? Или я опять тут напортачила? Синий. Желтый. Розовый. Красный. Все, я пас, друзья. Я просто пас. Я сейчас еще немножко Я не могу так. Я не могу, когда утверждают, синий это розовый, а розовый это красный. У меня все в мозгах моментально переворачивается. Это у меня, как это называется, диссонанс. Синий, розовый, красный, желтый. А, всего лишь это и было неправильно. Все. А, блин, неужели открылось это? Капелька, во-первых, горошина, во-вторых, капелька. Поймали. Так, давайте смотреть, что у нас где не найдено. У нас есть три капли, у нас есть горох. Что у нас с листьями? Какую-то мы жидкость поймали гадостную. А, смотри-ка, мы здесь, а где-то у нас тут еще какой-то листик не найден. И здесь не найден, кстати. Угу. Давайте-ка, наверное, мы отсюда вернемся назад. Еще раз назад. Так, ну здесь мы вроде листик находили, разве нет? А, ворота, ворота, да, я же убежала отсюда, опережая собственный визг. Ворота. Те самые ворота, которые мы сейчас так долго открывали. Там-то что-то произошло. Мы можем хоть теперь открыть-то? Алло. То есть, я так понимаю, листик у нас не найден здесь? А, нет. А что это за локация такая? А! Как, здесь не найден листик? Я так долго мучила эти цвета, что я видеть их не могу, видеть не могу. А какие уж там листики? Давай искать, где тут может быть листик у нас. А вот листик. А вот листик. Конечно, мы смотрели куда угодно, но только не на листик. Ладно. Уходим. Мы нашли горошину. Уходим отсюда. Уходим, уходим. Можно было через быстрый переход перейти. В принципе. Так, какого цвета у нас горошина? Желтая. Нет, подожди, пока что рано. Кстати, там надо было посмотреть. Открылась стена за стеной. Живет ли кто-нибудь? Не посмотрели, да? Та-дам! Листочек мы нашли. Отлично. Так, проверяем. У нас осталось три листика. Окей, еще один листочек тут остался у нас. А здесь у нас не найден лист. А, да, там же с лицами у нас. Вещи. Здесь надо, я просто сейчас забуду, надо, наверное, сразу туда пойти. В нашу мучильню.
было здесь, сюда, и посмотреть, не живет ли кто-нибудь там за стеной. За стеной. Вот здесь мы ее открыли, да? Дай-ка. Нету никого. Ну и ладно. Переместимся. Так, что нам там дали? Давай посмотрим. Может, мы зря перемещаем. А, вот они носы. Вот они носы. Носы у нас были здесь. О, не, ну не говорите, что мне опять надо складывать портал. Нет, по-моему, не надо его больше складывать. Я так хочу надеяться. Очень хочу надеяться, что не надо. Нет, все-таки надо. Или не надо? Да, кстати, у нас где-то тут не открыто... не найден листочек. Сейчас посмотрим, где. Где-то тут у нас не найден, да? Так, ну руки мы больше шевелить не можем. Так, здесь... Кстати, может, тут кто живет? Давай посмотрим. Конечно, тут живет Глазик. Тут живет Глазик. Как же так мы его не сразу нашли? Отличненько. А, где у нас лист не найден? А, в другой локации с носами. В локации с носами. Это надо выходить из... из лабиринта все-таки. Так, здесь живет Глазик, а здесь никто не живет, да? Если я правильно помню. Ладно. Тут у нас скелет сидит. Так, ну придется идти в нелюбимый лабиринт. В принципе, ничего страшного нету. Тут так довольно-таки быстренько и просто. Но вот не нравится мне лишний раз тыкать кнопки, когда уже все известно. Так. Синий-красный. Красный. Синий. Синий. Красный. Так. Так, здесь я, по-моему, проверяла. Сорока почему-то кричит. Никого не видно. Так. Здесь мы смотрели, кстати. Да, да, смотрели. А! Подожди, здесь у нас еще загадка не разгадана. То, елки с палками, я и забыла про нее. Но нам вообще-то не сюда, а куда? Подожди, я заблудилась в ваших кущах. Где мы? Нам немножко назад. Сюда? Сюда. Вот. Почему мы не можем сюда теперь войти? Алло, ку-ку. Да как же так-то? А как же мы не можем войти? Можем.
Надо только игре то ли прогрузиться, то ли еще что-то. Давай, давай, храпи. Так, смотрим. Широкий, длинный, развилистый, тупой. Сосулька и шнобель. Плохо, что нельзя их так держать. Так, широкие. Длинные. Развилистые. Тупой. Сосулька. И шнобель. Летит листочек, летит. Падай скорее. А то сейчас съест же, зараза. Итак, мы нашли листочек. Это все было ради листочка, да? У нас есть капельки. Давай посмотрим, сколько у нас локаций. Ну, в принципе... Да, здесь у нас осталось. А как с ней быть? У нас нету никакой перфокарты, чтобы разгадать последнюю загадку. Ну, давай, наверное, отправимся сюда. Нам придется долго идти. У нас есть 3 капельки. Поэтому спи спокойно, мешок с цементом. Как бы тебя ни называли, ты все равно мешок с цементом для меня. Мешок с цементом. Я опять не туда пошла. О, мы опять получили путешественника. Ну, в принципе, ожидаемо. Ачивки тут повторяются. Нет, как мы отсюда уходили. Здесь бы поставили портал перемещения, потому что сейчас вот... Ездить на этом лифте тоже как-то не камельфо. Причем здесь африканские слоны? А это именно африканские, не индийские. Итак, полезли наверх. И сюда. И вот сюда. Так, где наши капельки? Зеленая. Красная. И синяя. Ага. Ну, значит, нам надо как-то водичку вывести сюда, да? Еще и параллельно сложить какой-нибудь пазл, типа того. Или как? Это что такое? Какой-то переключатель? Угу. Так. Сейчас посмотрим, как он работает. Может быть, их тоже надо типа запитать, вот эти вот все, скорее всего, я так думаю. Иначе что бы они тут делали-то в таком количестве? Возможно. Предположим. А может быть и нет. Ну, попытаюсь это сделать, хотя это мне сомнительно немножко, что у меня это получится. Честно говоря. Так, нет. Так не получится. Ну, вот так уже получится. Это странная, почему тут такая желтая штука.
Сейчас, подождите. Погодите, не спешите. Ваш чай напою. Шорт. Угу. Сюда-то мы это пустили, а вот здесь надо что-то, наверное, нам другое придумать. Нет. Ну, здесь нету никакого другого поворота. Эйк! Что здесь можно сообразить? Там-там. Может быть, не надо, может быть, просто надо сюда выпустить и все. Не, мне кажется, все-таки надо их запитать. Здесь очень плохо. Как бы мне все так выстроиться-то? То мне так кажется, что здесь мы должны составить какой-то... Это может быть нам как подсказка, что мы должны сделать вот такой вот тут этот кубик, квадратик, или я уж не знаю, как это назвать. Возможно. Может и нет. Вот, видал? Видал. Так, а здесь тогда как нам быть? Хорошо, но не пойдет. А как иначе? Иначе никак, только так. Вот у нас осталось незапитанное. Эй, Мария, ты слишком долго плавал. Как же тебя провести? Водопровод, ты мой водопровод. Вполне возможно, что здесь вообще все надо использовать. Вот эти штуки. Ну вот, все запитали. И что дальше? Воды все равно нету. Все равно нету воды. Может быть, что как-то вот эти пятнышки тоже должны быть как-то особенно запитаны. И возможно, что вот это вот все-таки должно быть что-то. Какое-то... Какая-то определенная форма. Может быть, та, которая вот здесь вот типа у нас изображена в этих пятнах. О, это сплошные домыслы. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, надо действительно все соединить. Ну, честно говоря, это такой гемор. Зачем это надо? Кому это надо? Кому это нужно? Как там в песенке поется, никому не надо, никому не нужно. Хорошо, давай попробуем соединить просто все. Каким образом? Очевидно, каким-то таким. И мне кажется, это да, это все-таки должно быть здесь одно пятно. Это явно у нас стоит для такого расклада. И логично было бы предположить, что для такого здесь мы просто ничего не подведем, кроме как вот так вот, как ни крути.
Поэтому я не знаю, для чего здесь вот эта труба. Либо вот так. Очевидно, вот. А, это опять не запитано. О, елки с палками. Так, придется мучиться дальше. Так, ну если по-умному, то так. А чем это тогда нам фигня? Ведь что самое обидное, ведь все же работает. Нет, мы должны сейчас какие-то строить извращения, чтобы запитать именно все трубочки. Эй. Нет, так не пойдет. Блин, а это куда? Ну, я понимаю, что ее надо соединить. Положим так. Не может быть. Это победа. Нет, это пол победы. Беды. Беды. Это пол беды. Угу. Вот они все соединенные наши вещи. И твою же дивизию. А какую-нибудь подсказочку. Кстати, здесь живет кто-нибудь? Давай посмотрим. Здесь по-прежнему живет только гриб. Что мы здесь должны сделать? Скажите мне, пожалуйста. Ну, тут есть какой-то рисунок. И мы его должны в каком-то порядке составить. В каком, хотелось бы мне знать. Непонятно. Так, у нас есть какие еще подсказки или что-то такое? Нет, у нас ничего нету. Что у нас, в принципе, не сделано, не найдено? Кстати, вот здесь вот у нас как что-то было. Нам нужен еще горох, и нам... А, мы сюда еще должны попасть. Мы еще на этой Вавилонской башне не были. Мы топчемся пока что здесь, вокруг да около вот этих вот ребусных загадочек. При этом они друг друга не повторяют ничего. Так, подожди, дай-ка я, может быть, надо повторить то, как они здесь. Здесь-то мы их не можем повернуть. Так, эти полоски параллельно, угол вверх. И эта финтифлюшка смотрит направо. Полоски, угол, финтифлюшка. Полоски, угол. Подожди. Вот так, да? Хорошо. Так, клавиши пианино вниз, белый угол справа. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Клавиши пианино вниз. Белый угол справа. Так. Дальше. Так, эта полосочка здесь слева, ступенечка справа. По-моему, вот здесь оно показывается правильно, если мы вот так смотрим. Полосочка слева, ступенечка справа. Так, это мы выставили. Так, осталось вот это и вот это. Ворота и еще одни ворота. Так, ворота эти у нас, высокие ворота у нас лежат на боку.
А эти стоят прямо. Ну да, вроде так все мы и поставили. Разве нет? Ну, вроде бы да. Так, длинная наверху, короткая снизу, да? Ну, как бы, наверное, все. Что еще у нас может быть не так? Вот этот проверить. Угол. Угол так. Это так, это так. Ну, я не пойму, в чем дело. Все вроде так. Или мы должны как-то их еще... Нет, они не меняются местами. Я уже не помню, как ты правильно должен стоять. Так, что ли? Углом вверх. Вот так. Ничего не происходит. Не знаю, перезапускать игру или еще что-то, потому что, ну, по идее, а что еще? А что еще тут может быть? Воду мы дали. А может быть, их надо как-то... Не, ну нигде нет указания, чтобы они должны быть как-то по-другому. А вот по росту, как говорится, это первые. Ну, они не меняются друг с другом. Вот в чем дело. Они друг с другом не меняются. И так, чтобы просто линия выходила, то тоже она не выходит тут так равномерно. Ну, чтобы вот продолжение было сюда. Не знаю, будем думать. Наверное, будем думать, вращать. Я бог его знает. То есть как-то вот подвести, чтоб оно не заходит, что ли, сюда, не совпадает. А с другой стороны... А, подожди, секунду. Относительно ухода воды... Так, смотри, на этой пимпе вода входит сюда, соответственно, это пимпа вверх, предположим. Так, вода входит сюда, пимпа вверх, ну так оно и есть. Дальше, вода входит сюда, и это пимпа вверх. Давай попробуем, так, что нам терять? Ну так она и есть, это я, правда, только сейчас ее повернула. А, так, следующее, что у нас там? Полоски. Так, длинная справа. Вот, типа того. Так, уголочек. Стороной направо. Типа так, да? А, нет, подожди. Ты входишь сверху. Да, вот так, что ли? Да нет, вот тут он сверху и идет. То есть, соответственно, также надо его и ставить. Так. Здесь он тоже сверху уже заходит. Совсем. Все, уехала навсегда твоя крыша. Ну да, вот он заходит сверху, соответственно, вот одной широкой стороной к нему. А эту, вот как она сейчас есть, так и ставь. Вот так. Хорошо, это было это. Теперь пианино у нас относительно входа воды. Клавиши слева. Пианино относительно входа воды. Клавиши слева. Так и есть. Мне кажется, что
Ясно, ладно. Так, домик, вот как вода входит туда, там и вход. Куда вода, там и вход. Вот так, да? Типа того. Хорошо, дальше этот домик. Вода входит тебе прямо в правый бок. Правый бок. Вот так, вроде бы. Так, ступенька. Вода на тебя падает сверху. Вот так. И остается квадратик. Квадратик, значит, вода входит по длинной стороне. Не может быть. Нет. Что это еще? Что это? А, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас скажу, что это. Вот эта штука. Так, так и так. А, тайный сад, тайный сад. Здесь живет кто-нибудь? Давай сразу посмотрим. Нет, никто не живет. Ах, этот тайный сад, друзья. Но тайный сад мы с вами посетим. Оп-оп-оп-оп-оп. Кто-то пошел, кто-то тут бегает по потолку. А том, кто бегает по потолку, по стенам, и оставляет такие страшные следы, мы с вами узнаем в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.